смотрю, как едят Мирка и Марсик. Марсик смешно так ест, он за несколько подходов. Мирка не отойдет. А Марсик, сейчас понаблюдаем. Отойдет, покрутится, потом зайдет с одной стороны, потом с другой, потом задом отойдет, подойдет. Интересно наблюдать за ним. Он как к штанге подходит за несколько приемов. Я не буду ничего комментировать, просто сниму, как едят мои бульдожки. А кому не интересно, пусть выключит это видео. Отошел. Я так с нескольких подходов. А Мирка чешет без остановки. Она спринтер. А Масик, он тяжеловес. Он эту чашку будет есть полчаса. Мурыжить. Еще один подход или уход. С толком, с расстановкой. Боком отойдет. Смотрите. То задом, то передом, то боком. Опять. Мирка спешит быстрее съесть, и потом она идет помогать Марсику. Она не против помочь. Такая, как бы сказать, дружелюбная Мирка. Готова прийти на помощь. Если поставить миски рядом, Марсик будет есть быстрее. Поэтому я ставлю их в разных местах. Он сейчас Мирку не видит. Это может позволить себе вот пятый подход. Конечно, это будет слишком длинный ролик, я не буду показывать. Ну, может быть, он полчаса будет есть. Вот он отойдет, походит. Не знаю, что это обозначает. С каждого боку зайдет. Может, устает. Марсик, ты что, устаешь? Да? Весь живут. Я сижу тут, вон коленки мои голые. Ну, я в шортах, сейчас тепло. Иди, иди. Сейчас Мирка придет. Мирка уже вон заканчивает. Сейчас помощница придет твоя. Иди давай. Иди, иди. Смотришь на меня. Давай.
Каша сама себя не съест. Это уже пятый подход. А самое вкусное, это то, что падает из чашки. То самое вкусное. У нас тут уже скоро пионы зацветут. Вот такие вот. Там уже в саду вовсю цветут. А тут клематисы. Смотрите. Куда ты пошел? Иди ешь свою кашу. Не ходи за мной. Сейчас Мирка придет и переполовинит. А это вот другие, видите? Красивые такие на штамбе. Травку покосили, видите? Газончик такой образовался. Заборчик сняли, чтобы можно было прокосить лучше. Еще вот надо подсеивать там. И куда ты пошла? Вот же ворота открыты. А ты по привычке в дырку, да? Что, все съела? Помогать будешь Марсику? Мира? Чё ты потеряна? Туда-сюда. Чё мечешься? Марсик пришел тебе помочь. Ты свою давай доешь. Кашу. Помощничек. Идет. Так бывает, что Мирка пойдет его кашу доедать. А он ее. Иди-иди, помогай. Мира. Иди, давай. Вот. Мирка. Она при мне стесняется. Сейчас я уйду. Но я ее несколько раз поругал, чтобы она не ходила к Марсику, не отнимала у нее еду. И она теперь при мне стесняется. Потому что вон, видите, ругательные эти инструменты. Чем я ругаю? Палочкой, хворостинкой. Уйду. Сейчас зайду оттуда, посмотрю. Пока еще Пауль Скарлетт цветет. Буду показывать по возможности. Так хочется поделиться этим необычным вот цветением. Вот сколько розочек маленьких. Ну что там, пойду гляну. И что вы? Что вы там? Там же кашка осталась. Ты не будешь помогать? Придется мне тоже. Тогда я съем. Мирка, что это такое? Кто будет это доедать? Ты все уже налопалась?
Да? Тогда я уберу. Все, завтрак вам будет с утра. Наелись. Они когда бегают по саду, у них аппетит лучше. А тут у нас дождики были. А ты что, потерял кашу свою? Ты же все уже наелся, убежал. Это вам на завтрак будет. Я всегда так делаю. Остается, поднимаю. А утречком они с удовольствием. А вот еще целый ящик от Розы. Здесь оленей корм. И один ящик Сереге отдал, Лирику. Один вот остался. Ну, он ждет своего часа. Ну что, все? Наелись? Ну, теперь и играть хорошо. Ну, а я буду заканчивать свой ролик. Да Марсик он тоже наелся, вот живот полный. Он меньше есть, чем Мирка. Ну ты постарше. Ну что, земляне? Как обычно. Желаю всем материального благополучия. Вот такого большого, как этот вот кипарис. 7 метров уже он. А ему всего 4 года. А Марсик уже, наверное, 8. Сколько тебе лет, Марсик? Марсюшка. Ну, ну вздохни. Все. Теперь они будут бегать, веселиться. Поели. Настроение хорошее, бодренькое. А я пошел ужинать.